Так, Кирилл, если мне все-таки необходимо сделать обрезку веток в саду, я дождался весны. Сейчас днем у нас плюс, ночью минус от 1 до 3. Суббота. Надо сейчас или подождать полностью плюсовой температуры? И да, и нет. Смотрите, я делю обрезки весенние. Вполне законное, не для того, чтобы половину веток уничтожить, якобы осветляя эту. Не погибнет, чем больше зарастет, чем было до того. Но обрезка весенняя существует для самых молодых деревьев. Вот. Я выражаю свое возмущение, свою обиду. Я неделю делаю обрезку. У меня, слава богу, много чего надо резать. Вот. Почему? Мой сад, он как бы непростой. Он в одном лице дерева и селекционное, и тут же его калечу. Мне нужны веточки, чтобы веточку на прививке на следующий год были, чтобы я мог вам продать. Так, чтобы себе хватило, Сергею хватило. Мне нужно делать специальную обрезку. Вот тут вот отрезал, а я вам уже 100 раз рассказывал, как это делается в отдельных фильмах. И еще сегодня фильм снял, и вчера снял, скоро увидите, опять на эту тему. Вот. И получается, что каждая ветка прирост последнего года, отрезанная, оставляю так, я уже образно, вот столько, вот, там 5-6 почек, вот, остальное отрезаете, и вот эти верхние 2-3-4 почки, не спящие, спящие еще ниже, парочка, троечка, ну, у каждого свое, есть расхождение в количестве. И вот эти вот, получается, а ветку, которую отрезал, ну, бывает у меня и 1,5-2 метра. Но самое мало метр отрежешь, получишь 3. Пусть уже будут по 8 сантиметров. На следующий год каждую из 3 обрежешь. Ну, образно, я уже умножаю на 3, хотя, может быть, и на 4. Вот. Полноценных, допустим, 3. Тогда их будет 3 на 3, 9. Но уже по 60 сантиметров. Тогда еще раз, а потом, извините, все. Если отрезать вот такое дерево, допустим, трехлетка, то есть уже ему уже вот тут 1 год, 2, 3, и вот где 3 отрезали, вылезут побеги точно такие же, но не такие. А про это мы уже проходили. Поэтому только молодое дерево для меня является маточным. И я выражаю свое, вот, повторяю, что за мной в эти дни должна была ходить съемочная группа и потом показать на всю Россию. Потому что нюансов сотни. Я пытался так потренироваться. Мысленно я, как будто я громко говорю, а сам себе говорю. Вот эта веточка прироста первого года, вот это второго, вот это вот сюда смотрит, а почка сюда. А если вот сюда, то почка сюда. Вот. Боженьки вы мой, если бы вы знали, как это важно. Вот сейчас я не помню, скинул, не скинул. Сейчас. Так, 2001 год, самый низ. Сейчас я посмотрю, я сегодня фотографировал Golden Delicious, который все говорят, что он не Golden. Ой, успел ли я его сюда перенести? Нет, не будем время терять. Я хотел показать, что он половина веток у него растет вот так, и они обречены в саду любого садиста и их учеников. Ну, половина веток вот так растут. Кстати, прекрасно плодоносят. Я не знаю, за куда это ненависть к веткам, которые растут вниз. До сих пор не знаю. Да, жалко, жалко, жалко. Ну ничего, не последняя вебина. Ладно, смотрим, что я тут еще. Итак, значит, обрезка есть два. Первое. Допустим, весна была приличная, более-менее, то есть весна, зима, и не очень морозно, и вы не сомневаетесь, что дерево живо. Я смотрю, у меня персики все живы, кроме 3 вот таких коротких веточек. Но это я в кино снимал сегодня отдельно. Посмотрите через пару дней на вебинаре, вот, как я их различаю. Ну, то есть сомнений нет, что это мертвая, это живая. И я должен сделать специальную обрезку, еще раз говорю, как маточные деревья. Значит, надо. Хотя и не хотелось бы, но надо. Иначе не выжить, иначе это, на память.
паперть идти. Вот рядом с миллионерами, которые хотели яхты, рядом стоять возле церкви. Так. И второй срок есть. А вы сомневаетесь, или сделали как бы не предварительную обрезку, но когда зазеленеют почки, они еще не пойдут ростки, они еще только зазеленеют. И вы четко видите, она эта ветка зазеленела, а этой нет. И тогда вы делаете, опять же, обрезку санитарную, но избави вас Бог, то есть это второй, видите, тут так, надо ли сейчас или дождаться плюсовой температуры. То есть надо сейчас, если у вас есть верность, если тогда с плюсовой температурой и она зазеленела, дорезайте, видно уже мертвые ветки, но никогда их не отрезайте полностью, оставляйте вот такие вот эти. Это и есть новое садоводство, вот с таких вот, казалось бы, мелочей все складывается. Спасибо, Олег Олегович Безинов. Повторил мой опыт, тоже с персиком. Я сегодня персик вся снимал, ты нашел три сухие ветки. Он у себя, он отрезал на одном, и в это место загнило. Но он уже знал, а у меня руки чешутся. Вот. Он подтвердил мое это. Он настоящий шофер-дальнобойщик, который видит дальше, чем те, кто должен на этим смотреть. И который говорит, отрезайте полностью заподлицо и с этим самым, со штампом или заподлицо с несущей веткой и оставляйте эти раны на концу.